это сегодня. Один единственный день. Ремонт без забот, ремонт без грязи, ремонт без пыли и без ремонтной бригады. Вы преобразите свой интерьер благодаря вот такой мозаике. Причем сегодня набор декоративной мозаики и абсолютная новинка еще на 500 рублей выгоднее. Кухонный фартук, стена в ванной, это комната в туалете. Допустим, любой момент вы можете сделать. А самое главное, посмотрите, наша звезда, вы ее знаете, любимая певица Наталья Гулькина, наша любимая коллега, и она выбирает для себя, когда 2 дня назад она увидела эту премьеру и сказала: «Ребята, я хочу для себя вот этот серебряный ромб». Мы к ней приехали, съемочная бригада все снимала, а да, она сама сделала, представляете, сама, своими руками, ни помощники, ни администраторы, она сама за несколько минут преобразила у себя вот так кухню. Это безумно красиво. Ой, какая красота. Это получится и у вас. И вот говорит: ой, какая красота, ой, это наш любимый перелив. Алексей Мичурин, который сегодня представляет уникальный набор мозаики декоративный. А с удовольствием представляю, и знаешь, что хочу сказать? Тут невозможно остаться равнодушным, потому что когда видишь переливы цветов, когда видишь дизайн этой мозаики, то начинаешь испытывать невероятные эмоции. И главная эмоция: я тоже так могу. Хочу. Мне тоже это надо. Хотите — делайте с удовольствием, потому что данная мозаика — это ремонт для самостоятельной переделки. Все, что вам нужно сделать, вы уже знаете этот процесс: отклеить защитный слой. Здесь у нас клеевой слой по всей поверхности. Мы с вами его переворачиваем и наклеиваем на стену. Стена должна быть чистая, ее нужно протереть, и более-менее ровная. И только тогда мозаичка ляжет великолепно. То есть никакого клея, никакого нам никакого не нужно обезжиривателя раствора, даже. Никакого обезжиривателя, просто наклеиваете одним движением, и у вас сразу же мозаика находится на поверхности этой стены. Дальше, друзья мои, эта мозаика не только красивая, но и практичная в использовании. Недаром ее сделали именно для кухонных фартуков, потому что на кухне происходит чаще всего загрязнение, которое очень трудно потом стереть. Это жирные пятна, это вода, это огонь, опять же, воздействие огнем. Так. Вот здесь с помощью нашей мозаички вы можете защитить стену, ну и, естественно, после всего этого протереть данную стену. Вот я сейчас водичкой брызгаю. Водичка внутрь у нас не уходит, потому что мозаика сделана из 4 слоев различных материалов. Верхний слой – это алюминий. Дальше идет специальная подложка, полимерный композит толщиной 3 мм, армирующий слой алюминиевой фольги и подложка с хорошей прилипаемостью. То есть великолепно прилипает к любым поверхностям. Лешенька, ну самое главное, смотри, у нас в светлом оттенке приятном, да, бронза, шоколад, шоколадный ромб у нас есть. Серебряный холодный — это ромб серебряный с камнями и серебро. Приятный такой солнечный — это оливый, золотой с янтарем, с камнями. Сегодня вы можете выбрать свои цвета. Сегодня вы будете сами строить свои дома, да, свой дизайн. Посмотрите, какой шикарный вот серебро, допустим, он с камнями, как и золотой. То есть янтарем. Но если вы, допустим, хотите более такой шоколадный оттенок, то выбирайте, конечно же, бронзовый. Здесь камни переливаются в бриллиантовые огранки. Это безумно красиво. Если вы цените классику, если вы консервативны, выбирайте олива. Это свет, пространство много в комнате. Или шоколад. Это дорогой, приятный, теплый оттенок. Да. Но мой любимец — это серебряный ромб и ромб бронзовый. Посмотрите, какие интересные ромбы. Здесь много камней. Вот этот цвет, серебряный ромб, выбрала наша любимая звезда Наталья Гулькина. Единожды, 2 дня назад, мы представили буквально на 4 минуты набор мозаики декоративной. У нас улетела вся полностью партия, причем это более 350 наборов и более 100 новых клиентов. Я, как женщина, я понимаю, когда я не вызываю ремонтную бригаду, когда эта скидка 44%, это невероятно. Леш, я была за городом у своей подруги Натальи. Так. И вот ты знаешь, я у нее видела как раз, где кухонный фартук, угу, там у нее выложена мозаика. Я говорю: Наташа,
как это красиво, и что ты думаешь? Она мне сказала, Ленусь, в общем, говорит, в общем, у меня ушло где-то 58 тысяч рублей. Да, я не жалею, но это хорошо, когда у тебя есть 58 тысяч рублей. Давайте вместе будем клеить. Давайте, а если у тебя этих денег нету, вот, кстати, липкая основа, видите, то есть быстро прилипает, я сразу вам показала. Какая великолепная липкая основа. Так. Ну и, естественно, простота в укладывании. Действительно, мозаика – это один из самых трудоемких ремонтов, так, которые требуют работу специалистов. Да, работа специалистов по укладке вот, мозаики отлично. Стоит очень дорого. Смотрите, здесь, ровненько. Не прилагая особенных усилий, да. не имея специальных навыков, вы можете самостоятельно сама, наклеить данную мозаику. Давай еще раз покажем спецэффекты наши, что мы можем делать с этой мозаикой. То есть, смотрите, это огнем. Если, допустим, да, вот такая плитка, к примеру, да, да, возле газовая? Плиты стоит у вас данная мозаичка, на нее попадает огонь, смотрите, ничего не происходит. Дальше мы можем побрызгать с вами, также ничего не происходит. Если попадает у нас, посмотрите, масляные брызги, то также ничего не происходит. Друзья мои, посмотрите, как великолепно смотрится эта мозаика в интерьере. Так, я хочу сказать, что посмотрите, мы сейчас с вами лицезрели эту красоту. Мы знаем, что эта мозаика, она изменит жизнь, она изменит интерьер. Посмотрите, какая красивая. Кстати, царапаю, Леш, могу это делать, да? Да, абсолютно ни легко. Ни в коем случае никаких царапин не будет. Да, это алюминий, это тонкий слой металла, который накатывается на специальный полимерный материал, и создается эффект мозаики. А вот такой, смотри, да? А у нас вот там вот, да, вот, то есть здесь есть такие ромбики. Я могу, допустим, как-то вырезать, да, подыграть? Да, это все режет. Очень легко, мы можем с тобой сейчас это сделать прямо в прямом так, эфире. То есть разрезаем так. по линии, мы, соответственно, наклеиваем прямо на поверхность. Ну, давай, вот здесь сверху мы с тобой давай. Возьмем и наклеим. Мы создадим такой дизайнерский эффект нашей мозаики. Вот сюда вот продолжаем. Давай, сейчас я зайду. Так, отодвигаем комодик и наклеиваем. Ага. То есть с помощью использования двух различных цветов вы можете сделать свой неповторимый дизайн мозаики. Как у нас здесь? У нас используется шоколадный и золотой цвет. Дорогие, вы получаете целых 8 вот таких листов упакованных. 30 на 30. Выбирайте сегодня свой цвет и знаете, новая комната, новое преображение интерьера летом, как нельзя кстати, мы вас любим. Сегодня лучшая цена 2999 за 2 набора бесплатная доставка.